Шариф, вчера я вышла на сцену. А ушла, осыпаемая издевками и насмешками. Я возвращаюсь в Египет. Судно лежит на большой по меркам аквалангиста в глубине. Могут возникнуть проблемы. Не хватает только полнолицевых масок. Я нашел записи голосов. Подделка. На борту не было радиорубки. А может, погрузимся и выстроим свою версию? Так просто? Какая прелесть. Ничего не гнетет. Есть сердечники, диабетики, принимающие алкоголь или что-то еще? Понимаешь, тепло — это роскошь. Помогите! Помогите! Что там? Акула! 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 Ты слышишь меня? Асия, ответь! Ты слышишь? Халет, ты где? Халет, скажи, ты меня слышишь? Я попробую тебе помочь. Постарайся вытащить ноги. Я буду ждать тебя. Халет, очнись, Халет! Помоги мне, он без сознания. Пускай каждый из нас найдет собственный путь наверх. Так у нас с вами ничего не получится! Шариф, я без тебя никуда не поплыву. Мы достаточно видели. Их жизни в опасности. Да наплевать мне на них. Акула. Скажи, и долго мы будем тут плавать? Ну, если заскучал, иди развлекись с акулой. Нет, я в смысле... Выбирайся на поверхность сам, умник. Пока. Мако. Убийца из глубины.